Что? Не знаешь, что случилось с Меркатором Хосидусом? Он перестал появляться в замке. Конечно, нет. Хватит болтать! Как поживаешь? Бывало и лучше. Меня это мало волнует. Еще увидимся. У тебя руки иллюзиониста. Ты хочешь увидеть графа, да? Он ждал тебя. Пожалуйста, побудь здесь. Я сообщу ему о твоем прибытии. Положи назад, жалкий... Все кончено. Сколь веревочки не видишь, тогда заплати свой... У тебя руки кузнеца. Видно, много приходилось заниматься ремонтом. Граф уже идет. Пожалуйста, оставайся здесь и имей терпение. Как дела? Что? Добро пожаловать, маг гильдии. Мы встретились опять, хотя и при других обстоятельствах. Боюсь, на этот раз ситуация иная. Вряд ли я смогу тебя осчастливить или обрадовать. Сведения, что у меня есть для гильдии, не вызовут улыбок и рукоплесканий. Я позвал тебя потому, что уже встречался с тобой, и полагаю, тебе можно доверять. Подумай над этим, когда будешь выполнять небольшое задание для меня. Я вижу на твоем лице удивление. Ничто не дается бесплатно, маг. Есть небольшая проблема, с которой тебе должно разобраться, прежде чем я расскажу тебе все, что я знаю. Услуга за услугу, как говорится. Это незначительная проблема, откровенно говоря. Но ни я, ни мои стражники не можем заняться ей сами. Вампиры свели себе гнездо в пещере Кровавая Корка к юго-востоку от города. Они представляют собой угрозу для города, и их необходимо уничтожить. Слухи о вампирах в Скинграде привлекли в город группу охотников на вампиров. Я не думаю, что моя сущность может быть раскрыта, но я не хочу испытывать судьбу и не могу участвовать в этом деле ни на чьей стороне. Для тебя же подобных ограничений не существует, и в твоих силах помочь мне решить эту проблему. После этого
Я расскажу тебе, что я знаю. Беспокойная публика, я надеюсь, ты сможешь решить эту проблему. Их, по крайней мере, трое. Я знаю имя только одного. Это лесной эльф Эридор. Он весьма неплохой охотник, как я понимаю. Я мог бы справиться с ними сам, но было бы неразумно обнаруживать свои качества на публике. Такое безрассудство свойственно юным и гордым. Конечно, если ты будешь убивать их на улицах города, стража будет реагировать соответственно. И мое имя не должны связывать с этим делом. Запомни. Этого я сказать не могу. Я стараюсь не проявлять слишком явный интерес, чтобы не привлекать их внимание к замку. Горожане, возможно, знают больше. Полагаю, многие заметили их появление здесь. Убей их. Прогони их из города. Делай, что сочтешь нужным. Я просто хочу, чтобы они исчезли. Конечно, если ты будешь убивать их на улице у всех на виду, стража будет реагировать соответственно. Чтобы не вызывать ненужных подозрений, я не буду проявлять снисходительность к тебе, если ты окажешься не в ладах с законом. Хорошо. Что ты хочешь узнать о ней? Уверяю, я не имею к ним никакого отношения. Я бы никогда не мог быть так беспечен. Где бы ни были бестолковые животные, хищники всегда неподалеку. Это не первый раз, когда происходят подобные вещи. Полагаю, они знают о моем присутствии. Жаждут ли они заполучить все, что я имею, или просто хотят уничтожить все? Не знаю. Они отдались во власть своих инстинктов и немногим отличаются от животных. Их необходимо уничтожить, так или иначе. Хорошо. Я буду ждать твоего возвращения. Говорят, Лазар Милван вызвал кого-то на дуэль. Это просто возмутительно. Он болван. Когда-нибудь я преподам ему урок. Защищать и служить. Вот наша работа. Довелось ли тебе слышать, что пара зеленых новичков зачистила логово воров около Анвила? Договорись с Халлиурс о встрече с графом. Еще увидимся. Ох, нет, опять. Гражданин Скинграда, пожалуйста, прими к сведению, что я здесь по официальному делу и не желаю никому зла. Ох, забудь об этом. Дай угадаю, тебя интересует, что мои люди и я делают здесь, в городе, правильно?
Прими мои заверения, что мои люди и я сделаем все, чтобы сберечь покой жителей Скинграда. Мы здесь для того, чтобы помочь. Если ты увидишь что-то необычное, особенно если это связано с присутствием нежити здесь, в городе, пожалуйста, докладывай об этом немедленно. Что ты хочешь знать? Мои люди рассредоточились по всему городу. Шамар находится у статуи Вонтус на высокогорном пастбище, а Карстен прикрывает выход из города у замка. Значит, слухи о них дошли еще не до всех горожан. Интересно. Похоже, они очень хорошо умеют прятаться. Мы получили информацию, что в этот город проникли вампиры. Мы пришли, чтобы выкорчевать эту заразу. Как скажешь. Приветствую еще раз, граждан. Меня интересует только, где скрываются вампиры. Я знаю, что они где-то здесь. Ты знаешь, где они затаились? Действительно? Что ж, тогда, пожалуй, нам придется нанести им визит. Спасибо за наводку, друг. Дорогой друг, для меня радость говорить с тобой. Прощай. Я занят. Если у тебя есть какие-то вопросы, разговаривай с Эридором. Приветствую! Подай монетку инвалиду. Ты, похоже, проныр. Здравствуй.
Получи! Нет! Я тебя не боюсь! Удачного тебе дня. Как поживаешь? Отлично. Спасибо. Клавианцы гордятся своей репутацией независимых, прямых и непокорных людей. Да. Есть новости из других частей там? Говорят, синдикаты волшебников наложили вето на торговлю имперскими товарами в землях Альтмеров. Приветствую еще раз, гражданин. Как скажешь.
приветствую еще. Что ты? Как скажешь. Я прошу всего лишь одну монету. Привет. Я занят. Как ты сегодня? Задание графа выполнено, да? Тогда, пожалуйста, подожди здесь, пока я сообщу ему. Приветствую тебя. Не знаешь, что случилось с Меркатором Хосидусом? Он перестал появляться в замке. Конечно, нет. До свидания. Привет! Гильдия бойцов отлично поработала в запущенной шахте, правда? Они очистили ее от гоблинов, и никто не пострадал. Конечно, нет.
До свидания. Итак, работа выполнена. Теперь мы можем поговорить о тех сведениях, которыми я располагаю. Ваша гильдия еще не оценила опасности, а она стремительно приближается. Надеюсь, когда ты вернешься к ним, их глаза наконец откроются. Некроманты только предвестники того, что грядет. Старый знакомый гильдии пришел в Сиродил, и они ответили на его зов. Хотя я не знаю, с какой целью он прибыл сюда, думаю, гильдии магов грозит серьезная опасность. Манимарка вернулся. Почти неуязвимый, он обосновался где-то на севере Сиродила. Это все, что мне известно. Позаботься, чтобы ваш глава, Травен, узнал об этом как можно быстрее. Я не испытываю любви к вашей гильдии, но я также не желаю ее уничтожения. Это старый и могущественный некромант. Его имя многое скажет Травену, даже если для тебя это всего лишь пустой звук. Я сказал тебе все, что знаю. Манимарко пришел в Сиродил, и я думаю, он собирается объявить войну вашей гильдии. Травен должен знать это. Даже я знаю, что некоторые из вашей гильдии перебежали на его сторону. Мне кажется, тебе можно доверять, так как на тебя уже было совершено нападение. Хотя, возможно, это и ошибка — делать такое предположение. Но это только время покажет. Возвращайся в свою гильдию и подготовься соответствующим образом. Какие новости из Скинграда? Предполагаю, вы с графом Гасселдором имели беседу. Что? Неужели? Это действительно скверные новости. Я, возможно, наивно полагал, что некромантия практически искоренена в Сиродиле. Похоже, я глубоко заблуждался. Мне нужно проконсультироваться с советом и решить, как мы будем действовать в этой ситуации. Спасибо за информацию. Она может спасти много жизней. Мое внимание сейчас сосредоточено на совете. Скоро ты мне понадобишься, но мне нужно еще время. Как поживаешь? Ты должно быть недавно в университете. Приветствую тебя.
Привет. Как поживаешь? От тебя пахнет смертью. Часто вызываешь нежить? Добрый вечер. Привет, Каджет. Ты близ святилища Клавикуса Вайла. Тебе не следует находиться здесь, если у тебя нет дела к лорду Клавикусу. Мы поклоняемся лорду Клавикусу. У тебя есть дело к принцу Дейдра? Дела можно вести со всеми, даже с богами. Ты можешь обрести несметные богатства или мучительную смерть. Если ты хочешь заключить сделку с Клавикусом Вайлом, предложи ему 500 золотых. Возможно, лорд останется доволен твоим подношением. Мы наблюдаем и ждем. Превосходно! Всегда рад видеть смертных. Возможно, ты окажешь мне услугу, и я награжу тебя. Это честная сделка. Тебе так не кажется? Тебе следует раздобыть для меня меч. Особенный меч. В нем содержится душа Умбры, героя, с которым я имел дело много лет назад. Принеси этот меч мне, и я награжу тебя своей маской. О такой сделке можно только мечтать, смертный. Начни свои поиски во вратах Пелла. Обрати внимание, в твоем рюкзаке пес. Но почему вы, герои, всегда так медленно соображаете? Хорошо, я привлек твое внимание. Я Барбас, гончая Клавикуса Вайла. Впрочем, я не всегда был гончей, и не всегда меня звали Барбасом. Я был Ридгардом. Некоторое время я был скампом и имел дело с орками. Но сейчас я его гончая и служу лорду Клавикусу. Позволь мне дать тебе совет. Это плохая сделка. Умбра — плохая вещь.
Где бы этот меч ни появился, все всегда заканчивается плохо. Клавикус никогда не придавал этому значения. Но и на этот раз все тоже закончится плохо. Оставь все как есть. Уходи. Поверь, это самое лучшее. Салстейн и вытеснить оттуда имперских легионеров. Норды всегда ревностно защищали свою территорию. Ничего странного, что они всегда принимали участие в этих конфликтах. Доброй ночи. И тебе всего наилучшего. Приветствую. Приветствую. Что новенького? Что привело тебя к алтарю Кинарет, дитя мое? Ты желаешь найти святую реликвию, что Кинарет даровала этому миру? И ищущий должен доказать, что он достоин. Создание Кинарет охраняют ее реликвию. Прежде чем претендовать на сапоги, тебе нужно пройти испытание. Не могу сказать, что это будет, просто не знаю. Кинарет сама решит, как испытать тебя. Все, что я могу, так это направить тебя в рощу испытаний и напомнить о наставлении Кинарет. Бойся и уважай природу и все ее создания. Конечно, сама природа — владение Кинарет, и все твари — под опекой богини. Тебе лучше держать это в голове, когда придет время твоего испытания. Недалеко отсюда, к западу. Многие не замечают это место, затерянное в глубинах великого леса. Предупреждаю, было бы ошибкой брать кого-либо с собой. Тебе следует идти в одиночку. Тогда иди прямо в рощу, ибо твое испытание началось. Кинарет может защитить тебя, если пожелает. Удачи! Мы находимся в часовне Кинарет с того момента, как вышли на открытый воздух. Разве ты не чувствуешь ее присутствие? Мы собираемся здесь, чтобы возвести ей хвалу за все благодати, ниспосланные нам. Какая встреча? Еще увидимся. Добрый день. Где же лучше совместно возносить молитвы Кинарет, как не среди ее прекрасных творений? До свидания. Приветствую! Было бы кощунством застроить плоды трудов Кинарет, чтобы молиться ей. Поэтому наш алтарь тут, в церкви, созданной ею. Дорожные святилища девяти, разбросанные по диким землям, дарует благословение праведным верующим. Удачного тебе дня!